И всем привет, друзья! И это новое прохождение игры «Россияне против зомби 3». Ох, давненько я не выпускал прохождение игр. Напишите в комментариях, если вам вдруг не нравится «Россияне против зомби 3» и вы не хотите его видеть. Ну, в общем, посмотрим. Погнали. Привет, дядюшка Дэйв. В общем, это у нас новый персонаж в «Россияне против зомби 3» Патрисио. О, нет, нападает зомби, что же нам делать? Ну, сейчас будем проходить первые уровни. Так, о, нам уже дали подсолнуха. Обычно в первых уровнях нам дают только грохострела, а подсолнух мы получаем только после прохождения этого первого уровня. Но на этот раз по-другому. Так, и у меня сразу 5 солнца, как видите. На этот раз подсолнух стоит солнца 2, а ведь раньше стоил 50. А грохострел 4. Ну, это, в принципе, без разницы, потому что... Хоть ты солнце взял 2 штуки, в любом случае было бы 50. Грохострел 4, да. В первой части тоже в сумме 4... Если взять 4 солнца, то в сумме будет 100. Ну, в общем, если немножко поменяли, легче сделали. Ну, и в принципе... Это, наверное, даже удобно. Чем раньше. А то тогда было... Нужно... А то тогда нужно было считать солнце. Сколько выйдет там? 4 солнца, это 100, да? Солнце. Так, ну ладно. Мы можем, кстати, ускорить в самом начале. И это очень даже удобно. Потому что в первой части нельзя было ускорять. И это было, конечно, не очень. Так, что-то у меня совсем не хватает горстрела. Давайте новое поставим. Все, 2 горстрела вполне смогут справиться с этими зомби. И, кстати, перезарядка у них, ну, в принципе, довольно быстрая. Мне почему-то показалось, что она быстрее, чем обычно. Все, первый уровень прошли. Так, интересно, очень, какие здесь будут растения у нас новые. Я думаю, там будет список этих растений. Типа как в альманахе или что-то наподобие. В общем, посмотрим. Так, это что у нас? А, это у нас семена. Как растения против зомби-героя, нифига. Так. Ну, я имею в виду вот эти паки с семенами. Так, tap here to open your task list. Здесь, ребята, все на английском, конечно. На русском я, к сожалению, версию не нашел. Так. Ну, в общем, если вы знаете английский, можете перевести. Я сейчас не собираюсь время тратить на перевод. Так, какой, ребята, лучше стенд? Мне кажется, вот этот вполне подходит. Так, что произошло? Видимо, мы не можем найти этого Дэйва. Он куда-то пропал, а мы здесь ходим, ищем его. Так, ну ладно, давайте дальше проходить уровни. О, это у нас солнечные грибочки. Если те зомби дошли до дома Дэйва... Так, а, это у нас похоже, что газонокосилка, да. Только на этот раз не газонокосилка, а какой-то робот. Так, погнали. Второй уровень. Здесь, кстати, смотрите, у нас газон расстелен только по 3 линиям. Это довольно необычно. А на этих линиях я не могу сажать, как видите. Никак не могу. Так, ладно. Ну, давайте начнем с подсолнухов. Обычно я всегда подсолнухов сажаю. Так, внизу пошли. Ну, в принципе, у нас уже здесь заранее стоят горохи и орешки. Можно даже не напрягаться. Можно даже подсолнухов садить. Просто сюда дополнительного горохстрела посадить, на крайний случай. Вдруг посередине пойдут. Ну да. Они, в принципе, могут спокойно справиться. А, кстати, волна зомби уже была. Что-то я не понял. А, ну да, здесь же зомби с лагом. Значит, по-любому была. Все. Давайте ускорим, чтобы не задерживать этих зомбарей. Быстрее уходим. Ну, давай уже. Все, отлично. Ну, это был уровень даже проще, чем первый, наверное. Ага. Мне дали монету. Я уже думал, что сейчас появятся вот эти могилки и вырастут зомби. Бамбу шутс. О, вот это, кстати, новое растение, уникальное для растений против зомби 3. Его не было ни в первой части, ни во второй. Оно вот только в этой, в третьей. А что это за билеты? Зачем они мне вообще нужны? Чего? Газонокосилка нападает на нашего персонажа? Неправильный пароль. Видимо, мне нужно найти какой-то пароль и... А, да-да-да, вот написано, угадайте пароль Дэйва. И тогда, возможно, я что-то получу. О, смотрите, здесь есть целая карта. Только она вся закрыта этим
туманом каким-то. Ого, здесь целый мир у нас. Ну ладно, давайте дальше проходить. Третий уровень. А почему здесь у меня три горхострела? Это, видимо, какой-то другой режим. Некоторые уровни начинаются с... Все, я понял. Это вот эти вот уровни, Last Stand, или как они называются. В первой части они тоже были, нужно было изначально посадить кучу-кучу растений. Нет, это другое, смотрите. Не-не-не, это другое вообще. Здесь подсолнухов мне не дали, но при этом у меня сразу три греха. Ха, вот это интересно, ребята. Этого еще вообще никогда не было. Я очень рад, что добавили новые режимы всякие в игру. Так, все. Ну, это уровень, конечно, проще простого. Но он зато необычный. Давайте ускорим быстренько. Все. Орехи у нас, как обычно, долго загружаются. Так, ну все, я прошел уже. А, нет, там еще один идет. Ну давай уже. Сколько можно уже? Убейте их уже. Ой-ой-ой, солнце закончилось. Хорошо, что сверху солнце. А, кстати, у меня лопаты нет. Мне еще лопаты не дали. Ну ничего, сейчас, мне кажется... Сейчас по-любому должны лопаты дать. На следующих уровнях. Могилки вырастают. И из них появляются цветы. Ты получил награду 42 монеты. А зачем мне монеты вообще нужны? Возможно... О, все, ребята, я получил новое растение бамбук. Bamboo Shoots. Стреляет медленно, но зато сильно. То есть это у нас как артиллерия идет. Получить награду. Дальше у нас вишня идет. Кстати, я вот смотрел дополнительные уровни. Ну, как? Я просто смотрел на ютубе видео с прохождением растений против зомби 3. И... Так, ой-ой-ой-ой. И увидел то, что, оказывается, вишня и перчик, они у нас идут как, типа, баф. Из... Ну, как во второй части баф. Это у нас не считается как за отдельное растение. Напишите в комментах, хотите ли вы прохождение растений против зомби 3. Я вот вообще смотрел, не всем нравится вообще эта игра. Кто-то ее осуждает. Кто-то говорит, что это нечто новое за всю историю растений против зомби. А кто-то вообще не знает, то, что она существует. Так, ладно, давайте ускорим. Вот он у нас, бамбук, редко стреляет. Ну, не так часто, как... горохострел, но при этом у него урон очень высокий. А ну-ка, давайте посмотрим, со скольки ударов он убивает зомби. Сейчас нужен свежий зомби, который еще ни разу не стреляет. Ну, он где-то с двух ударов убивает, да? Получается, он даже сильнее арбуза. Арбуз же убивает зомби с трех ударов. А он аж со скольки? С двух. Сейчас давайте внимательнее посмотрим. Вот этот зомби, который сверху. Один. Но он, конечно, стреляет реже, чем арбуз. Не так часто. Да, вот видишь. Не, арбуз все-таки лучше, чем этот бамбук. Хоть у него урона меньше, но... Он не так редко стреляет. Все. И этот уровень я тоже прошел. Уровни, конечно, очень короткие. Очень простые. Но это, ребята, только начали. Я очень надеюсь, что уровни будут подольше, чем здесь. А то это не очень интересно получается. О! Ледяной горохострел. А почему он сердитый? Обычно же скорострел сердитый был. Ну, имеется в виду с этими бровями. Так, день первый. Do it. Давайте угадаем пароль от Дэйва. От этой штуки. Что это вообще, я не знаю. Неправильный пароль? Да что ж такое? Какой пароль? А, я знаю пароль. Тако. Да. Ну... Дэйв у нас всегда любит тако, поэтому и пароль у этой штуки тоже тако. Так, создатель Дэйв. Знаете, у меня есть такая теория, то что вот эта машина времени из второй части, Дэйв ее превратил в эту штуку. Потому что он тоже его называет создатель Дэйв. Хотя, возможно, машина времени из второй части где-то здесь валяется. Или, может, он превратил ее в эту штуку. Ну ладно, погнали дальше. У меня есть еще один билет. А, все. Эти билеты, видимо, нужны для сюжета. То есть я
прохожу уровни, получаю билеты. И с помощью билетов я могу дальше... А ну-ка, просыпайся, Дэйв! Ой, бедный Дэйв. Ну, он спит, конечно, очень крепко, поэтому здесь как бы без этого никак. А, так у меня не получается его разбудить. Ладно. Какой-то Ice Cream Modify. Она тоже похожа на тачку какую-то. О, господи, этот Дэйв вообще... Сколько он там спит? Build Ice Cream Siren. А, это сирена для того, чтобы разбудить Дэйва. Не знал то, что нужно будет строить какие-то башни, сирены, чтобы просто разбудить Дэйва. Так, о, на этот раз, смотрите, у меня все растения. Все виды. Поэтому на этот раз, я надеюсь, уровень будет потруднее. Хотя при этом все равно у меня уже заранее стояли растения. Это, ну, довольно странно. Вот сюда давайте поставим Грохстрела, чтобы идеально было в ряд. Зомби еще не идут, давайте ускорим, наверное. Вот, наконец-то первый зомби пошел. Кстати, это волосы у него или что? Это, наверное, волосы. Первый зомби с волосами. Вот здесь начинаем выставлять бамбук. А, ну все, уже волна. Ну, блин, ну это вообще интересно. Не хочется, чтобы уровни так быстро заканчивались. Хочется, чтобы они были... Ну, количество уровней было меньше, но при этом они были сами по себе дольше. Вот так же вообще интересно. Ну все, уровень уже пройден. Ну что это такое? Все. Так, давайте монеты. Сколько я получил? 35 штук. Угу, все, я билет получил. И теперь давайте посмотрим... А, вот мне еще остался последний уровень, чтобы получить ледяного грохострела. Он замораживается. Это мы уже все знаем. Мне интересно, здесь есть донатные растения? Так, все, погнали. И вот она, сирена. Какую поставим? А, я думал, она будет там. Так, вот такая есть и вот такая. Ну, знаете, вот такая больше подходит к нашему дому. Поэтому давайте его. Хунг. Все, наконец-то он проснулся. Ice cream time. Он любит мороженое. Я думал, это будет тако сирен. Сирена тако. Ты уснул на 2 месяца? Чего? У нас что, Дэйв решил лечь в спячку, как медведь? Purple fog. А, вот. Фиолетовый туман. Is a good man. Так, ладно. Найдите... Ну, короче, у нас здесь пока что просто билетики нужно находить. Давайте я сейчас быстренько еще пару уровней пройду. Получу билетики. Так, зомби с... А, вот, появились конусоголовые зомби, наконец-то. Только сейчас. Зомби с конусом на голове. Ну, смотри, у меня уже... А, ну здесь решили показать, насколько быстро можно убить зомби обычного и зомби с конусом. Он, то есть, в 2 раза где-то сильнее. Обычно. Так, ну ладно. Подсолнухов ставить много вижу, не вижу смысла. Давайте сверху только бамбук посадим. Потому что на всех остальных линиях у меня уже есть сразу по 3 горкострела. Вот мне очень нравились уровни, вот в первой, второй части, где были, где было по несколько волн. Ну это опять же, потому что уровень сам по себе длинный. Так, давайте ускорим. Все, финальная волна. Ну здесь, в принципе, только 1 волна. Так, да-да-да. Вот эти бамбуки убивают зомби с, со скольки, с 2 ударов. Сверху идет, вот видите, конус сразу сломали его. Ну, все, изи победа. Я получил 48 монет, билетик, как обычно, ничего нового. Но я получил ледяной горохострел. Но почему-то он здесь сердит, и мне это очень сильно интересует, почему он здесь такой. Всегда был скорострел сердитым. А здесь ледяной решили сделать. Ладно. Лампа, смотрите.
А, здесь нужно выбрать имя. Ну, давайте. Кто же? Ну, конечно же, Коран Стикс. Здесь мое имя полностью влезет. Да, влезло. Отлично. Success. Sunflower needs to help. Так. Подсолнухи нуждаются в твоей помощи. А, это вот я 7 уровней прошел, или сколько там. И теперь мне стал доступен какой-то новый режим. Или что это? А, вот подсолнушек, и нужно проходить уровень, чтобы он вырос. Ладно, давайте, погнали. Ледяной грохострел стоит столько же, сколько и обычный. Но почему? Вы видели, он стоит 4 солнца. Почему он стоит столько же? Смотрите. Ледяной грохострел 4, обычный тоже 4. Или может у него урона меньше, чтобы скомпенсировать. А то иначе вообще же как-то нечестно получается. Давайте посмотрим. А, ну смотрите, зомби убивает очень-очень медленно. Очень медленно. Его должны были бы убить побыстрее. Давайте посмотрим. Вот обычный грохострел убивает зомби с 10 ударов. Вот. Третий грохострел. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Чисто для эксперимента. Восьмой. Девятый. И десятый. Ну да, смотрите. У него рука упала где-то с 7-го гороха. То есть у него урон чисто слабее, чем обычно. Решили так разработчики сделать. Ну ладно, в принципе, окей. Ну, конечно, было бы очень странно, если бы у них была одинаковый урон, так еще и одинаковая цена. Но плюс еще ледяной замораживается. Это было бы странно. А так, ну ладно, окей. Орешков ставить я смысла вообще не вижу. Да и к тому же мы теперь можем замораживать этих зомби. Вообще орешки нужны тогда, когда уровень, допустим, длинный, у тебя солнца нет нифига, а зомби уже идут. И чтобы их задержать, чтобы солнце накопить, тогда орешки нужны. А здесь, ну, здесь вообще зачем? И так уже грохострелы стоят. Все уже зря не стоит. А кстати, здесь линия с водой, смотрите, уже вода. Ну, давайте убивайте его уже. Все, наконец-то убили. То есть теперь нам нужно будет смешивать ледяных грохострелов с обычными. Потому что ледяных урона меньше. Пока что, кстати, не было ни одного уровня, где я бы мог выбрать сам растение. Так, я получил вишню. О, и, кстати, новое растение. И вот мне интересно, это будет у нас обычное растение, отдельное, или оно будет идти как баф? Так, я получил какой-то ящик, открываем. И здесь монеты, и что это? А, это время игры? Время игры. Обычно такое добавляют в очень-очень детских играх. Ну, похоже, что растение против зомби 3 действительно такая и есть. Вот, время. То есть, если я буду играть больше 30 минут, то все, я больше дальше играть уже не смогу. Ну ладно, ребят, давайте на этом будем видео заканчивать. Это был, скажем так, пилотный выпуск. Напишите обязательно в комментариях, стоит ли мне проходить Растение против зомби 3. А если не стоит, то напишите, какую игру. Я вот в своем прошлом видео вам предлагал пару игр, какие поиграть. Если что, Singing Monsters я играть не хочу, ребята. Почему-то не хочется мне. Можете предложить какие-нибудь другие игры. Я еще могу поиграть либо Undertale, либо GTA-шку на телефоне. Кстати, да, ее можно играть на телефоне, кто, если что, не знал. В общем, всем пока. Спасибо за просмотр. Вы были на канале Corn Sticks.